Торжественный вечер, посвященный юбилею дочери известного писателя. Нины Фединой исполняется 90 лет. По этому случаю сотрудники музея приготовили специальную программу. В основу легли ее воспоминания об отце. А иногда появлялся шарманщик. Тогда отец ставил меня на окно, давал мне монетку, тщательно завернутую в бумажку, и я бросал ее через форточку во двор. Осталось и письмо, найденное после его смерти. В нем Константин Федин напутствует дочь. Потому что, когда ты станешь взрослой, у тебя появится желание знать прошлое. Мне сейчас 40. Когда ты достигнешь этого возраста, меня уже не будет в живых. Несмотря на протест отца, Нина Федина все-таки стала актрисой, но после поняла, что посвятит свою жизнь семье. Ее семья осталась единственным моим личным покровом. Она нуждается во мне не меньше, чем я в ней, и она. Только одна она составляет теперь понятие, без которого невозможно жить. Понятие дома. Нина Константиновна стала одним из основателей музея. Она передала в дар более 50 тысяч документов и личных вещей писателя. Те раритеты, которые представлены в музее, да, они настолько бесценны, они могут составить славу и гордость любого музея. Среди них есть письма Гоголя и Достоевского, автографы поэтов, живопись. И даже личный кабинет Константина Федина. Здесь на столе все предметы остались лежать так же, как и в последний день его жизни. Вот даже на примере этого стенда мы можем посмотреть все то богатство материалов, которое передано музею. На уникальном стенде последние фотографии Александра Блока и рецепт, выписанный ему за несколько дней до смерти. И, казалось бы, вот 30 лет с лишним уже существует музей. И не было ни одних фединских чтений, ни одного юбилея или полуюбилея музея, чтобы они каждый раз что-то не отыскивали, что-то не находили, как уже иногда вот так вот, разведя руки, она говорила: «Я уже передала вам все, девочки, у меня ничего нет». И тем не менее, каждый раз потрясающие материалы передаются. Благодаря тому, что музей постоянно пополняется экспонатами и письмами, сотрудники могут вести научную работу о поэтах и писателях. Таких эксклюзивных документов не встретишь ни в одном музее России. Екатерина Рысь, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов.